Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать рецепт очень вкусного, полезного супчика, который идеально подходит для наших деток. Он очень полезный, и мой сыночек его любит, поэтому я решила записать это видео. Возможно, и ваши детки также полюбят этот суп. Смотрите, как он красивый. Он просто идеальный. Для суп-пюре нам потребуются следующие ингредиенты. Тыква, у меня 700-граммовая. Сливки. Одна луковица небольшая. Две морковки маленькие, можно одну среднюю. Пол чайной ложки куркумы. Сливочное масло. Три зубчика чеснока. И имбирь. Ну что, приступим. В кастрюлю выкладываем сливочное масло. Добавляем лук, поджариваем на медленном огне, либо среднем, золотистого цвета. Лук уже золотистого цвета, добавляем имбирь. Добавляем морковку. Немножко поджариваем. Сейчас будем заливать водой. Сюда забрасываем куркуму, хорошо перемешаем, добавляем немного перца черного и соли. Заливаем кипящей водой. Доводим до кипения и добавляем тыкву нарезанную. Далее готовим под крышкой. Примерно 20 минут до готовности тыквы. Друзья, тыква сварилась полностью. Добавляем соль по вкусу. А далее взбиваем блендером. Смотрите, какой хороший супчик у нас получается. Он не сильно густой. Я не люблю густую готовить. Его очень приятно кушать. И добавляем немного сливок. Даем закипеть. Это будет очень вкусно. Минут 10 покипит и готово. Ну что, мои хорошие, наш шикарный тыквенный суп готов. Я его украсила семенами тыквенными, а также гренками. Он очень вкусный получился, нежный, с таким молочным вкусом, сладенький, солененький. Просто шикарно для наших любимых деток. Готовьте с любовью, мир вашему дому, всего вам хорошего.